Вот сливаю, короче, видео со второго канала. Тут было 2600, там с чем-то или 700. Осталось 1397. Скорости второй день вообще нет. И что-то МТС тоже, у меня вроде бесплатный трафик на YouTube. И не позволяет мне бесплатно скачивать. Снимают мегабайты, гигабайты, блин, так обидно. Как плохо, что у нас зависть кругом. Ну, снимите просто, вот, снимите. Это только на одном канале у меня подобные ролики. Разные направления снимите и кичитесь с тем, что вы там сняли 1, 2, 3 ролика. И рассказывайте сказки про то, что вы все знаете. Когда вот не на словах, а на деле. Это я сейчас могу на словах рассказывать и пересказывать те ролики, которые были сняты. Именно с той информацией, которая у меня сейчас есть. Что мешает вам заняться тем же самым, вкладывать деньги, вкладывать кучу времени своего и снимать подобное. Показывать, демонстрировать, тестировать, наблюдать, кто вам мешает это сделать. Это просто вот, видите, еще там не подгрузилось. Вон их куча. Всякие разные. И про инверторы, и про ветряки. Просто это зависть какая-то. Вот я реально вижу, что это зависть. Так это второй канал, у меня их 4. Вот как-то вот так вот. И сейчас будет самая приколюха, то, что они у меня все на компе. Я их скачиваю на винт. Сейчас покажу. Сейчас я найду. Вот у меня есть Peeling First и peeling.ru. Вот Peeling First. Это все мои ролики. Это не просто так. Я у кого-то слямзил или идеи спер. Это все мои ролики, которые я сам лично снимал. Это один канал. Вот видите, не позволяет нормально даже грузиться. 2 терабайта винт. И походу еще на основной канал не хватит у меня емкости. Придется второй, которым там в уголке стоит. Где-то. А, я его прибрал точно. Вот. Вот с Peeling First я скачал все видео. 625 роликов. 180 гигов. Это причем качество такое не сильно хорошее. Потому что YouTube его режет. Вот. Пилинг основной, тесты, эксперименты, обзоры. Это вот, я даже вам не могу представить, сколько это времени, сколько это потраченной энергии, средств, сил на то, чтобы это все создать, записать. Ну, кто вам мешает подобным заниматься? Да пожалуйста. Мне этим заниматься нравится. Мне вообще нравится электроника, новые технологии. Поэтому я в курсе всего и наблюдаю. Это хобби у меня такое. Это часть роликов, которая подгрузилась, а еще часть, которая не подгрузилась. Это все отснятый материал мной, эксперименты, обзоры. Куча-куча всего. И вы мне рассказываете сказки, что там 10 роликов сняли или 100. И вы уже разбираетесь в этом профессионал. При этом пользуетесь, догадайтесь, с какого проекта экспериментами. Потому что сами не можете себе позволить их сделать. Вот. Я как-то находил и средства, и время. И главное, подписчики мне помогали. Тоже материалы некоторые сделаны. Некоторые, это малая доля, может 1-2-3% из 100, которые мне помогли подписчики, но это 1-2-3% информации, которые мне предоставить возможность помогли мои зрители. Это многого стоит. И вы добиваетесь таких же успехов. Кто вам мешает подобным заниматься? На диване очень красиво все рассказывать или постигать какую-то технологию или еще что-то. А вы сделайте своими руками столько материала, и помимо этого материала, сколько вы делаете за кадром.
Вот я сделал за кадром еще больше, чем отснято материала. И никого я не упрекаю в этом. А меня почему-то упрекают. Да кто вы такие? Вам завидно, что у меня есть хромаки? Да пожалуйста, купите. Купите свет, купите камеру. Кто вам мешает? Это все финансы, это все вложение в то творчество, которое мне нравится этим заниматься. А не в то, чтобы красоваться, как вы, или хайпиться на моем имени, или на моих проектах. Это как бы некрасиво. Я нормально общаюсь с теми людьми, кто со мной нормально общается. Но когда люди ведут себя так похабно и рассказывают какой-то бред, и пытаются пиариться и поднять себе аудиторию за счет моих проектов, ну, это некрасиво. Это я в первую очередь говорю, это некрасиво. Это не как бы не действие взрослого человека. Это реально ребенок. Просто ему уже много лет. Вот так. Ладно, ничего. Пока YouTube не закрыли, я буду снимать и рассказывать. А сейчас еще весна будет. Ой, вы даже не представляете, сколько материала я хочу снять. Так что давайте, дерзайте. Самый продуктивный год у меня был, это 365 дней в году. Я снимал около 800 роликов. 800 роликов за год. Ну, побейте мой рекорд.